На Ямале в июне-июле темп вакцинации вырос почти в два раза. Регион приближается к утвержденной с начала массовой иммунизации планке провакцинировать 240 тысяч человек. Именно этот показатель должен привести к коллективному иммунитету. О хороших темпах вакцинации в Арктическом регионе вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину на совещании членов правительства. Она отметила, что 17 регионов уже близки к достижению коллективного иммунитета или показателя 60%. В этот список вошел и Ямал. Перед всеми регионами в соответствии с поручением, данным председателем правительства, стоит задача наращивать темп вакцинации. Мы определились, что мы должны двигаться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80%. И такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом ставим к 1 ноября 2021 года. Имея в виду в том числе и необходимость проведения повторной вакцинации и вакцинации переболевших после того, как прошло 6 месяцев.